«Клара. Деньги энд любовь». Так называется прекрасный комедийный спектакль режиссера Сергея Куницы, с которым посетила нашу республику заслуженная актриса России Лариса Гузеева. Мы воспользовались этим событием и встретились с Гузеевой перед показом спектакля. Вопреки нашим ожиданиям увидеть своенравную актрису, мы встретили дружелюбного, открытого для общения человека. Лариса, вы первый раз в Нальчике? Да. Какого зрителя вы ожидаете увидеть в нашем городе? Адекватного. Я побаиваюсь, потому что пьеса о любви, о поисках любви, об измене. Я не знаю, как ваши соотечественники к этому отнесутся. Как-то боязно. Не вульгарная постановка, не пошлая, ничего. Но вот есть... Но есть эпизоды, да? Но мне кажется, не стоит беспокоиться, потому что до вас здесь был Соколов со спектаклем «Койка», и он немного подготовил нашу публику. Там тоже были какие-то эпизоды, но публика очень даже нормально восприняла. Да, мой дорогой, я не могу его бросить, ты же знаешь. Он хороший человек. Ну вот он помешался на своей лотерее, что я могу сделать? Нет, бросить его не могу. Да. Партнерами Ларисы Гузеевой по сцене стали Сергей Колесников и молодые актеры Руслана Доронина и Павел Савенко. Гузеева в спектакле играет роль жены-интриганки, разрабатывающей разные планы, чтобы украсть деньги у своего мужа. А мы запускаем лототрон и ждем нашу пятерку номеров. Итак, открывает наш 44-й тираж шар номер 8. Шар номер 8. По публике всегда ли чувствуете, какой регион, куда вы приехали? Да. Есть тяжелая публика, такая объевшаяся. Но тем дороже аплодисменты. Да, есть люди, которые заранее настроены. Ну, давайте, покажите, на что вы способны. Ну, тоже их, в общем-то, мы уже на пятой минуте, на десятой точно, вам хочу сказать, зал берем. Да. Вопреки опасениям нашей гости, зрители Кабардино-Балкарии восприняли постановку и долго рукоплескали талантливой актрисе и ее коллегам по театральной сцене. Советская и российская актриса театра и кино Лариса Гузеева родилась в селении Буртинское Оренбургской области. После окончания школы уехала в Ленинград. Там она поступила в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Поступление далось Гузеевой сразу и легко, ведь она была не из тех, кто теряется в толпе, и с детства мечтала о карьере актрисы. Училась Лариса Гузеева на курсе у Петрова. После института Гузеева не стала работать в театре, она сразу стала сниматься в кино. Являлась актрисой киностудии «Ленфильм». Первая работа актрисы – роль Ларисы Агудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. Уходите. Каждая вещь должна иметь своего хозяина. Да. Я пойду к Нурову. Я ваш хозяин. Нет. Я слишком дорога для вас. Я ваш хозяин. Если быть вещью, то очень дорогой. Нет. Просто, наверное, вам много раз задавали, но я мимо пройти не могу. Это касается вашей первой роли. На занятиях по режиссуре телевидения я обычно на первом курсе показываю этот фильм. Я сама очень люблю этот фильм и показываю первому курсу. И после просмотра этого фильма студенты, которые классикой особо не увлекались в школе там, и уже на первом курсе, когда уже стали вроде бы серьезными людьми, они говорят: «Ой, а мы-то думали, что классическое произведение – это всегда нудное, неинтересное, что-то такое. А после этого фильма мы опровергаем вот такой свой взгляд». Но это, конечно же, заслуга творческой группы этого фильма. Каждому актеру следует начинать свою творческую деятельность с классики. Ну, во-первых, тут никогда не угадаешь. Это мне просто повезло, что я с такого материала начала работать, что это мой первый фильм. Это как выиграть приз.
Понимаешь, это съел бы он съел, кто ж ему даст. Наверное, каждому мечтал. Сколько женских персонажей вот таких в классике? Лариса, Наташа Ростова, Катерина, Настасья Филипповна, Анна Каренина, кто еще? Ну, то есть это рук хватит. Это везение. Понимаете, поэтому, ну, конечно, это повезло. Я думаю, что каждая мечтает, а надо или не надо, это тут уж, знаете, как повезет. Но вы эту роль с собой никак не ассоциируете? Нет. А как получилось вот так вот хорошо вжиться, что вот сегодняшнее поколение вот так вот воспринимает? Это же моя профессия. Я же училась не на продавца. Нет, поэтому, конечно. Да, так же, как никакого отношения не имеет ко мне то, что я сейчас делаю на телевидении. Опомнитесь, вернитесь, я вам прощаю! Гузеева признается, никакая трагичность и любовные страдания мне в 23 года были незнакомы. Изображать страдания мне помогали мои партнеры, особенно Никита Михалков. Лариса достойно сыграла в компании Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова, Никиты Михалкова, Алексея Петренко, Александра Панкратова-Черного. И фильм имел большой успех. Была ли любовь? Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» — программа о том, как избавиться от одиночества. В последнее время на Первом канале популярным стал телепроект «Давай поженимся», ведущей которого является Лариса Гузеева. На церемонии вручения наград лауреатам российского национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» Лариса получила «Золотой орфей» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу «Давай поженимся». Все задают вопрос. Я никакая не сваха, я ведущая. Если бы программа называлась «Давайте мирно разведемся» или там еще что, я также бы вела ее. Это не имеет ко мне вообще никакого отношения. Просто я абсолютно другой человек. Это нормально. Знаете, мой мастер в институте покойный говорил, что если ты играешь собаку, а после спектакля продолжаешь лаять, тебе нужно в клинику неврозов пограничных состояний. Это болезнь. А у меня профессия. Вот и все. Это же, мне кажется, все понимают. Так же, как сегодняшняя роль ко мне не имеет никакого отношения, просто совсем. Надеюсь, вы останетесь на спектакле. Конечно, конечно, мы снимем кусочки, не полностью, полностью, наверное, не разрешат. И у нас в республике такое явление есть. Когда актеры начинают активно приходить на телевидение работать, ну, обычно складывается такое впечатление, что этот актер не очень востребован в кино там или в театре. Но изучив вашу творческую биографию, я поняла, что в вашем случае это не так. Какое качество телевидения вас больше привлекло, что вы пришли туда? Нет, во-первых, на телевидении, это знаете, кто говорит так, кого не зовут. Поэтому они говорят, да, это вот не снимают по этому телевидению. Во-первых, там жесточайший кастинг. И все бы при сегодняшнем дефиците кино, в принципе, даже не говорю хорошего, кино. Это большая лотерея, большой выигрыш. Потому что, когда говорят, почему ты не снимаешься? Я говорю, где в сериалах? У меня есть сериал «Давай поженимся», в котором я хозяйка. А какая разница? Только здесь я, ну, как бы, да, здесь больше творчества, как это ни странно. Здесь больше работы. Ну, конечно, я же работаю без уха. Я работаю без монитора. А как вы думаете, 5-й год? Такое количество. Это просто ты бы уже исчерпал, а у нас высочайший рейтинг. Я уже через полгода получила 2 ТЭФИ. А кто говорит-то? Актеров, моих коллег на телевидении очень много, просто ТЭФИ не всем дают. И не у всех рейтинг, не всех отмечает, и не все так долго держатся. Это же тяжелейшая работа, адовая, тяжелая. Нужно быть системным человеком. Вот я системный человек. Я пришла вовремя, все отработала, никого не задержала. Ушла, я зарабатываю деньги каналу и себе. И поэтому это тоже работа связанная. Потому что было бы странно, если бы я закончила кулинарные курсы, а потом бы меня пригласили работать на телевидении. Все взаимосвязано. Но это схожие профессии в одном случае, но в другом случае? Нет, они абсолютно разные. Есть блестящие актеры, которые могут работать только по написанным. Дали роль, выучили, отрепетировали, все. А от себя 5-й год, это я вот сейчас, видите, как хвалюсь, да? Это на самом деле это очень тяжело. Я ведь перечитала массу литературы психологической, переобщалась с таким количеством психологов, потому что от себя меня бы хватило 3 недели. А 5-й год – ежедневная программа.
тяжело, поверьте. А тяжело, ничего общего нет. Но все равно у вас получается. Вот как раз вы немного и ответили на следующий вопрос. Мне все-таки интересно. Это разные направления, если театр – это полностью условное искусство, а телевидение – безусловное. Если там сценарий, тут правда жизни. Как вот получается из пространства условности переходить вот, ну, в поток жизни? Все-таки у вас же это быстро происходит. Очень жалко. Вот я все время говорю, что такое телевидение, что такие мои программы? Это эфир. Эфир – это воздух, это ничто. Вот сегодня программа прошла, и завтра ее не повторят, потому что это уже ушло. Все, эфир, прошло, все, воздух. Да. Понимаете, спектакль можно заснять на пленку. 10 лет играть. Да, впечатление какое-то. А программа, поэтому... А затраты такие же, может быть, даже и на телевидении побольше затрат. Конечно, есть сожаление, но ты принимаешь эти условия, и ты говоришь, да, я буду. А мне, в принципе, это устраивает. Почему нет? Но дело в том, что вот ты отрепетировал спектакль, и потом ты его только шлифуешь. Ты его только, ну, как бы, да, ювелирно обрабатываешь. А здесь ты должен, потом мы же снимаем по-многу, я за 3 дня пишу на месяц. Это вот я еще раз говорю про то, это очень большая нагрузка. Это невыносимо. Это тяжело так, что ты приходишь, разговаривать не можешь. И ты каждый раз не должен повториться, потому что... Каждый раз новый человек, новая история. Как только зритель тебя увидит и скажет, а, ну понятно, он переключит тебя. И ровно на 3-й день тебя вызовет начальство, а то и не вызовет, просто рассчитает и все. Поэтому нужно много читать, нужно много знать, нужно интересоваться. Развиваться. Конечно, чтобы быть с 20-летним, я не знаю, там, мажором или... ну, не знаю, там, с 50-летней женщиной один, чтобы ты была на одной волне, чтобы ты понимала, про что ты с ней говоришь, иначе тебе веры-то не будет. Это психологом надо быть. Конечно, конечно. А вот этот телепроект «Давай поженимся», он появился сначала просто как телевизионное шоу или по необходимости? Молодые люди сегодня не умеют правильно знакомиться. Это не мое вообще, это не моя сфера, это даже не ко мне вопросы. Поэтому, когда мне задают вот подобные вопросы или приглашают куда-то экспертом, или там еще что-то, говорю, ребят, я на это не училась. Я училась на артистку. Все, что связано с этой профессией, я вам могу рассказать. А это не моя работа, я в этом ничего не понимаю. У меня есть определенная задача. Все, и я в этом формате. А вот уже их подбирают, женихов, невест и так далее. Это уже редакторская команда, это уже их... работа. А вот вы сами как чувствуете? Вы просто не вникаете, вас не, вам некогда. Нет, даже не то, что некогда, а просто меня эта сфера никогда не интересовала. Ну, как я считаю, что каждый человек выбирает свой колор и малюет, понимаете? Если ты одинок и довольно долго, то можно подумать просто о себе как-то, вот повернуть взгляд на себя и сказать, а почему я одинок? Может быть, мания величия, может быть, завышенные требования, может быть, нужно к себе относиться попроще? Вот как-то, да, просто подумать о себе и сказать, я не хочу быть одинокой, я хочу выйти замуж, хочу родить детей. Снизить планку как-то, понимаете, сбить с себя спесь. Девочкам это многим тяжело, потому что мамы с папами говорят, ты самая лучшая, самая красивая, самая талантливая, самая прекрасная, и замуж выйдешь за Брэда Питта. А он все не приходит и не приходит. Понимаете, поэтому нужно просто к себе отнестись, как-то вот один раз смотреть на себя в зеркало, в свой паспорт, и сказать себе, да, жизнь одна, и мне нужно успеть. И поэтому вот неплохой парень из соседней квартиры. Вот и все. Я сейчас с вас срываю этот страшный серый чепчик. И с сегодняшнего дня начните искусственно взращивать на себе корону. Для этого выпрямляем спинку чуть вперед и смотрим на мужчин. Свысока, им это нравится. Леночка, с Богом. Все очень... Какую-то задачу перед собой ставишь. Что ты в этой жизни хочешь? Потому что я очень многих вижу людей. У меня вот этот дар есть, который мне это мешает. Я вижу людей, я просто считываю. Вот, мне ни гороскоп не нужен, ничего. Вот такой мой жизненный опыт. И я вижу, что проблема единственная вот в этом человеке. Поэтому мне как-то... Ну, меня не спрашивают совета. Вот мои приятельницы там что-то. Я ей не говорю им. А проблема на поверхности. Жизнь не такая сложная, как мы себе это придумываем, понимаете? Все гораздо проще на самом деле. Вообще в жизни все проще. Мы генетически заложены вот такими диктаторами, учителями. Мы очень давим. Мы давим друг на друга в семье.
мы давим друг на друга в дружбе, в работе. Мы не чувствуем дистанцию. Мы прям хотим влезть в организм своих детей, родителей, в наш организм. А мы не принадлежим своим родителям вот до такой степени, как им хотелось бы. Дети нам до такой степени не принадлежат. Не всегда нужно слушать родителей. Дети нас не всегда должны слушать. Ты проживаешь свою собственную жизнь, вот этот отрезок. Нужно быть вежливым, нужно уважать. Но мы со всей силы душим, понимаете, своей любовью. И я этих задушенных людей столько в своей жизни увидела. Поэтому я предлагаю, говорю, сделайте шаг назад, снимите квартиру, поживите отдельно какое-то время, заживите своей головой. Но мы, опять же говорю, у нас ментальность все-таки восточная. Что мама скажет, что папа подумает, а что соседи, а вот это нет, не могу. И жизнь проходит. А нужно себе сказать, я законопослушный человек, я имею право на собственное счастье. В принципе, если мне уже 35, а мужа все нет и нет, я и родить себе могу, чтобы не сойти с ума потом в старости от одиночества. Я никого этим не оскорбляю, не обижаю, я имею на это право. Если вы не убили, не украли, не увели, понимаете? Вот, поэтому мы себе должны же усложнить это все. А как же? Общественное мнение. Конечно. Доминирует. А у нас еще больше. А у вас еще больше, да. Я не говорю, я в этом смысле я не хочу разрушать никаких традиций, никакой взаимосвязи между родственниками. Я всегда говорю, что на Кавказе и Востоке единственное, где соблюдают традиции, где все это еще сегодня сохранилось, и слава тебе, Господи. Поэтому, может быть, на земле нет хаоса. Потому что есть страны, где все-таки половая принадлежность существует, где не все можно, где не все разрешается. Я не хочу этого нарушать, вы меня поймите правильно. Но я говорю о том, что быть одиноким – это противоестественно. Понимаете? Поэтому лучше быть не одному. Вот и все. Лариса, а как вы рассматриваете тот факт, что в данном телепроекте люди с Кавказа явление редкое? Значит, они мне доверяют. Значит, они понимают, что они придут ко мне на программу. И я не буду на них смотреть стеклянными глазами, равнодушными. Значит, когда ко мне приходят люди с Кавказа, я сама кавказка. Когда ко мне приходят с севера, я сама северный человек. Понимаете? Я почему так устаю? Потому что мне не все равно, что происходит. Я очень сильно пытаюсь помочь и понять, и быть, понимаете, я сопереживаю. И даже когда я иногда делаю такой болезненный укол кому-то, я для того, чтобы человек немножко пришел в себя, потому что я знаю, что следующая ступень у него будет более продуктивная. Он что-то понял, я до него достучалась. Потому что быть прекрасной, всем говорить, это никому не нужно. Это не продуктивно, это никак, это в никуда. Ну что ж ты так гостей встречаешь? Косарев, Валерий Петрович, ваш новый участковый. Будем знакомы? Не сердитесь. Варяг собака умная. Просто чужие здесь не ходят. Угу. Проходите в дом. Спасибо. Одна из самых красивых и изящных женщин советского экрана Лариса Гузеева за свою карьеру в кинематографе снялась в 40 фильмах. Сегодня играет в антрепризных спектаклях. Сколько вашему Ване лет? 5. Стало быть, это было. В 2011 году Лариса Гузеева удостоена Ордена Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Следующий вопрос, я не знаю, как вы его воспримете, но ваша фамилия роднит вас с нашим регионом. Я знаю, мне говорили. Вы знаете, да, что в Северной Осетии распространена эта фамилия, у нас есть балкарский род Гузеевых, очень много их. Не знаю, вы как, имеете какое-то отношение? Очень хочется об этом узнать. Очень мне это любопытно. Я хочу, я тоже на славянку не похожа. Посмотрите на меня. Ну-ка, я славянка. Правда? Очень интересная внешность. Да, мне хочется об этом узнать. Но муж принес книгу, фамилии, русские фамилии.
там есть фамилия Гузеева. Поэтому я как-то... Но где бы я ни была, в Чечне, вот я ездила или куда-то, мне все говорят, вы наши. А, и там есть, да, я знала про осетинских и про наших балкарских. Даже байка какая-то ходила в одно время. Она родилась в Кенже, это пригород Нальчика, недалеко от Нальчика, балкарской семье. И так свято в это верили люди. Ну, иногда, когда не знаешь, и можно и поверить в это. Я бы очень хотела бы вот узнать... Ну, я думаю... Кого-то Гузеевых хотела бы увидеть. Ну, во всяком случае, все Гузеевы, если вы меня сейчас смотрите, привет вам. Да, мне бы хотелось узнать что-то вот. Лариса, спасибо большое. Наверное, уже подошло время начала спектакля. Ну, я могу еще на пару вопросов ответить. Я, к сожалению, узнала о том, что вы согласны на интервью очень поздно. А я не даю интервью. Спасибо. Понимаете, когда приходят неподготовленные девочки и мальчики, которые не понимают, зачем они пришли, почему я же не отношусь, почему ко мне должны относиться к моей профессии так, с таким неуважением. Первый вопрос, когда я задаю журналисту, вы останетесь на спектакле? Ой, нет, у меня сегодня короткий день. Ой, нет, у меня это все. О чем я буду говорить? Я говорю, спасибо, до свидания. Люди, когда я приезжала с 5 вечерами в Володины, потрясающе. Мы 7 лет играли спокойным Сашечкой, Дедевушкой, Царством Небесным. И задают глупые вопросы. Это же классика, ну как бы все должны знать. И задают, а про что спектакль? Я говорю, спасибо, до свидания. И это не потому, что у меня плохой характер. Ну потому что я сама человек деликатный, я не обижу. Просто так. Поэтому мне в мой адрес тоже это как-то слышать все это странно. Поэтому мне приятно было с вами разговаривать. А мне еще, ну раз вы разрешили пару вопросов, на самом деле очень хочется узнать, как вы воспринимаете вообще Кавказ на современном кинематографе? Где люди с Кавказа отрицательные герои. В основном, да. Знаете, мне чеченцы, у меня друзья в Чечне, и был человек года в Америке, Хасан Баиев, хирург, Божьей милостью. Мой ближайший друг просто все. И он мне все время говорит, тебе нужно памятник и орден дружбы народов, потому что никто так не реабилитировал кавказцев, чеченцев, ну, в глазах русских. Я когда поехала на операцию в Грозный, это не сегодняшний день, когда, да, когда уже больницы, когда все, когда меня оперировали просто, ну, в ужасных условиях. Я говорю, и когда мне все задавали вопрос, а почему не в сектор газа? Ну, вот как-то вот так, вот, понимаете, и я настолько ненавижу национальные вопросы, просто у меня организм против этого встает, мне он противен. Вы знаете, кто-то не любит лук вареный в супе, да, я ненавижу национальные вопросы, просто меня это коробит, не бывает, понимаете, у меня много вопросов к русским людям, много кавказским, поэтому мы все разные. Мы все разные. Есть национальные особенности, и нужно их учитывать, и нужно относиться с уважением друг к другу. Тогда не будет этих каких-то вопросов. А хотели бы вы сыграть, например, роль черкешенки? Я сыграла абхазку. Абхазку? Да, я сыграла абхазку прямо с этим акцентом, в костюмах. Да. Это только роль. Конечно, почему нет? Ну, это уже другая роль. Она должна быть интересной, даже отличается от всего остального. Ну, естественно, конечно, но я человек наблюдательный, любопытный, поэтому я бы с удовольствием. Спасибо. Мне остается.